Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я вас приветствую с Гуамского ущелья. Приглашаю прогуляться со мной. Это мы едем в сторону, Гуамки. Гуамки. Широцка. Высоченные деревья тут, густая хорошая растительность. Очень красиво. Едем по лесу. Вот так крутимся. Дорога по лесу петляла. Извилистая дорога все время идет. Ох, как раз. Вид открывается. Заповедные леса. Отсюда начинается Гуамское ущелье. Вот тут прям отель Гуамка и находится, мы не знали. Так, туристический маршрут 7000 метров, природная достопримечательность, переправа, скалодром. По шпалам идем, по шпалам. Как там? Вперед! В Гуамское ущелье! Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я в Гуамском ущелье. Краснодарский край, недалеко от города Апшеронска. 10 сентября сегодня. Да я привет, покажу привет. Сзади ускакалейку эту. Вон она. Здесь ходит паровозик, но сегодня он выходной, поэтому мы поднимаемся до водопада своим ходом. Дышим чистейшим воздухом. Наслаждаемся красотами божественной природы. Смотри, да. Красота. Вокруг нас скалы нависают. Так это, наверное, отметка 1707 метров. 1700? Ну, какой 1707? А что, мы 1700 поднялись, думаешь, с тобой? Ну, вполне могли. Навряд ли. Пока на машинах ехали. Здесь я делаю. Завтра видно. Да, воздух здесь кристальный воздух. Вот мы поднялись на высоту 1700, на высоту 1700 метров. Как потолок, ага. Ровно, это вот, это здесь, и... там уже не скоблили. Нет, конечно, это там все природа, как промыло водой. Я даже боюсь тут на край наступить отвесно. Вот так. Как передать-то тут?
Вот где мы гуляем, какая красота. И там хвойников много. Прямо на отвесе. Прямо на отвесе. И не падает, а ровно стоит ель. А стена отвесная. Грота. Вон туда сейчас мы пойдем. И даже умудрились написать. Ну да. А здесь смотри, как рожится. Два глазика и ротик. Ну да. Водопад, Вася. Группа партизан дважды взрывала этот железнодорожный мост через реку Сухая Балка. Партизаны предотвратили продвижение гитлеровцев через Кавказский заповедник к поселку Красная Поляна для нанесения удара по городу Сочи. Высоко. Вот он, этот мост. Нет, я сейчас прочитала. Так она оттуда течет или с двух? Это оттуда, это река Сухая Балка. А это другая. Мост через нее. Через реку Сухая Балка. Все, поняла. Река Куржипс. Это две реки здесь сходятся, да, получается, да? Да? Ну, Сухая Балка в подарок. Сейчас будет тебе видно, вот. Речка Сухая Балка впадает в реку Куржипс. Мы находимся на мосту. Очень высоко. Можешь сказать? Почти на перевале. Турист из Волгограда, как вам экскурсия? Понравилась? Я в восторге от состояния природы, от шума воды, от тех усилий, которые проделывает эта река в этих скалах, промыв такое ущелье. Сказочно завораживает от состояния природы. Чистый, свежий воздух. И вот этот вот монотонный шум перекатов не очень глубокой горной реки. Реки Куржипс, которая впадает в реку Белую в районе города Маяков. Гулялась. Да дождь пошел. А мы без зонтика. Как ливанет. Руки закрывает. 1979 год. Погибло здесь что ли? Не знаю. А кто и что, непонятно, да? Вместе весело шагать по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Что-то там раз словечко, два словечка будет песенка. Раз, блин, не помню. Два овечка будет. И, конечно, припевать лучше хором. А мы по шпалам идем, по шпалам вдвоем. С тобой по привычке. Е-е-е! Ну, воздух, конечно.
Воздух, это воздух. А чем мы дышим в городах? Озонирован. Непонятно чем. И вот такой они. Аппетит зверский прорезался. Сзади туристы из Волгограда идут, а? Да, и сзади тоже. Идем по узкоколейке. По Гуамскому ущелью. Река шумит. Дождь пошел. Ой, спустились. Идем в кафешку. Шашлык 150. Кушают люди. Ария влюбленного мужчины в Гуамском ущелье. Все для тебя, дорогая, все я на свете смогу. Не так. Только не платье, родная. Все для тебя куплю. Только сам не... без штанов я хожу. Без штанов. Все для тебя, дорогая, все для тебя я куплю. Только не булку, родная, булку я сам захочу. Медленно едет трамвайчик. Да, прогулочная скорость. А иначе не успеет насладиться. Ну, всем пока-пока. Была рада, если вам понравилось наше путешествие.